Гарик Харламов. 9 лет. Гарик Харламов. Меня любят. Ты наш. Ты вообще наш. Ты вообще наш. Хохмы. Коры. Называют тебя главным и самым смешным человеком в нашей стране. Что ты чувствуешь, когда ты слышишь такие вещи? Ну, во-первых, я весь встаю. Я думаю, что он начинает с самого первого, потом как бы оттягивается вес. Оно как бы все тянет меня вверх. Кстати, я тоже должен кое-что маленькое сделать. Гарик, ну давай дождемся рекламы. 29-го родился хозяин нашей кормушки Артур Джанибелькян. Ему 6 лет, потому что он родился 29-го числа. Как привет, бульдог. Есть такой человек, Леонид Школьник, ты его знаешь, наверное. Леонид Школьник. Вот он меня позвал на канал, который тогда назывался Муз-ТВ. Да. И там был такой продюсер, да, который сказал... Что ты умеешь? Шучу. Нет! Начинаешь бить его по щекам! Ударишь ноги! Ударишь ноги! Укуси ее! И в какой-то момент на следующий день он говорит: ты бульдог, ты собака. Ты будешь их рвать, ты будешь рвать их до крови.